Основное здание средней школы номер 17 в Твери открылось после модернизации. Учебное заведение преобразилось как снаружи, так и внутри. Школа стала более современной и комфортной. Ее посетил губернатор Игорь Руденя, глава Твери Алексей Огоньков, депутат Законодательного собрания и городской думы. В обновленном здании побывала и наша съемочная группа. Ученики 17-й школы вновь вернулись на занятия в свое прежнее здание на улице Мусоргского. В честь долгожданного события состоялось торжественное открытие учебного заведения после масштабного капитального ремонта. Во время ремонта ребята учились в трех близлежащих учебных заведениях. Теперь же учебный процесс начнет проходить по привычной схеме. В школу вернутся 900 детей. Дети с радостью ждали сегодняшнего дня. Все очень соскучились по своей родной школе. Конечно, педагоги с радостью возвращаются, потому что уроки на чужбине – это очень серьезный эмоциональный стресс. Первых учеников школа приняла еще в 1939 году. Это одно из старейших учебных заведений Твери. В 60-е годы здесь открыли математические классы, что стало основой для развития математической специализации учебного заведения. Во время капитального ремонта в школе отремонтировали фасад и кровлю, инженерные коммуникации, электропроводку. В кабинетах установили новую мебель и необходимую компьютерную технику. У нас очень красиво все отремонтировали, новые диванчики, намного удобнее, комфортнее. Мы вот, к сожалению, учились в других школах, там не все так красиво и хорошо, как в нашей. Но вот сейчас мы возьмемся и выиграем все олимпиады, и ЕГЭ напишем на 100 баллов. Во время посещения школы губернатор Тверской области Игорь Руденя осмотрел отремонтированные кабинеты, музей, пообщался с учениками. Депутат областного парламента Олег Лебедев, выпускник 17-й школы, рассказал, что со времен его обучения в школе многое изменилось. Хочется всех поздравить с этим огромным событием. Много было сил вложено. Хотелось бы поблагодарить подрядчиков. Сделано с душой, с качеством хорошим, на совесть. Хочется, чтобы ребята и ценили, берегли родную школу и, конечно, радовали бы нас своими успехами. Сейчас 17-я школа является одной из сильнейших тверских школ. Как отметил еще один выпускник этого учебного заведения, депутат Тверской городской думы Дмитрий Нечаев, в такой школе дети получат возможность еще лучше учиться, а учителя работать. Достигать еще более высоких результатов, конечно, необходимо, чтобы была соответствующая материально-техническая база. И вот сегодня мы видим, что оборудование этой школы и ее отделка внутренних помещений и оснащение лабораторий, мастерских здесь просто на высочайшем уровне. Ремонт школы стал возможен благодаря федеральной программе модернизации школьных систем образования. Всего в 2023 году федеральная программа охватила 13 школ Тверской области. Всего это 15 зданий.